Уже через 2 недели в столице республики состоится открытие медицинского центра имени Семашко. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Строительство медицинского учреждения стартовало еще осенью 2017-го. Комплекс состоит из нескольких основных объектов. Главное здание – лечебно-диагностический центр, примыкающее к нему патологоанатомическое отделение и даже бомбоубежище, находящееся под самим зданием. Общая площадь застройки – более 11 тысяч квадратных метров. Готовность медцентра к открытию еще в апреле текущего года составляла 99%. И ввести его в эксплуатацию с тех пор планировали уже несколько раз. В разгар пандемии глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно анонсировал открытие медицинского центра и утверждал, что здание будут использовать для приема пациентов с подтвержденным вирусом COVID-19. Открытие Семашко в ближайшее время обещает снять вопрос дефицита коечного фонда и позволит выделить еще 480 коек для больных коронавирусной инфекцией. Вместе с этим исчезнет и необходимость закрытия на карантин других лечебных учреждений на территории республики.